Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Edge of Defense. Ну что же, у нас следующий порог эволюции. Как вы помните, мы из рыбок начали превращаться потихоньку в ящеров. Ну что ж, поехали. Вау. Красивая карта, ух ты. Так, девочка наша может трансформироваться в танцовщицу, видимо, да? Скорее всего. Ух ты, а наш мужик с валуном превращается в какого-то амбала на дереве. Причем, я так понимаю, он чем-то будет бросаться. Судя по всему, какими-то фруктами. Ха, изображение макаки. Ну что же, давайте будем смотреть. Так, первый враг пойдет отсюда и вот по этой дорожке, да? Значит, будем с вами делать здесь оборону. Так, ну что, начнем, наверное, с простенького. С наших копейщиков, как всегда, по стандарту. Так, копейщик, наверное, еще один копейщик, потому что они очень далеко метают свои копья. Только лишь из-за этого я их и буду делать. Так, давай-ка мы, наверное... Вау. Слушай, надо было, наверное, вот сюда посерединке ставить, да? Смотри, так бы мы и эту дорожку могли обстреливать, и вот эту. Ладно, что сделано, то сделано. Так, делаем. И здесь тоже делаем копейщика. Кто у нас там? Рыбки, да, поползут? Два копейщика. У нас еще 660 еды. Может быть, пока есть возможность нам поставить с вами барышню. Или мага. Или чувака с камнем. О, давай с камнем проверим, что он вообще... Да елки ты палки, куда тебе влепить-то? И давай как-то вот сюда, может быть. Или... Ну, неужели вот... Ладно, пускай будет здесь. Пускай будет здесь. Так, значит, валун и вот это вот, макака. Слушай, ну, радиус обстрела не такой уж и большой, на самом деле. Я думал, будет как хотя бы у копейщика. Но нет. Так, и у нас еще 325 еды. Я думаю, что мы, наверное, возьмем еще с вами девочку. Так, уже сейчас волна побежит. Возьмем девочку нашу, да, и... Да что ж ты будешь делать-то, а? Ну, давай вот сюда я ее поставлю и сделаем из нее... Кого тут лучше сделать? Нет, я все-таки, наверное, вот так вот сделаю. Блин, она не будет доставать, да? Она не будет доставать, соответственно... А нет, достает. Значит, станет... Будет хорошо. Так, ребят, давайте, наверное, будем потихоньку колья тут выставлять. Потому что это грустная рыба, я ее помню прекрасно. Она вредная. Так, валуном тут еще оглушим их. Как-то... Как-то вяленько у нас тут все идет, если честно. Хотя, смотри-ка, чувак, он медленно, конечно, перезаряжается, но бомбит нехило своими этими фруктами. Вот что девчуля не достает, это, конечно, меня немножко расстраивает. Не-не-не-не-не-не, ты куда там пробегаешь? Ты куда там пробегаешь, я тебя спрашиваю, а? Сможем мы, интересно, его подбить? Да, он не убежал далеко. Так, наверное, нам придется еще ставить одного копейщика, потому что, ну, смотрите сами, рыбу мы эту, наверное, не подобьем. Не успеем или успеем. Так, эволюция пошла первая. Давай, наверное, вот так вот сделаем. На силу. Да, на силу именно. Так, пока вроде бы держим, да, с вами оборону. Еще никто не прошел. 23 волны здесь у нас будет. Ну-ка, 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 отлично, ребят, отлично, все у нас получилось. Так, по красоте, кто у нас дальше пойдет? Опять такие же рыбы, да? Опять такие же рыбы, 158 еды. Что мы можем с вами улучшить? Барышню можем? Нет, тут нужно 250. Рано или поздно пойдут и вот по этой дорожке враги. Что тогда нам делать? Нам нужно и здесь кого-то выставлять, скорее всего. Ладно, мы это с вами попозже посмотрим. Вначале будем здесь обороняться. Вначале будем здесь обороняться. Так, уже ползут. А, это еще и летающий к тому же. Все, я понял. Я понял. Давай тогда вот так делать. На всякий случай, колья я здесь поставил. Ага, не прошли. Вот зря я, конечно, вот сюда вот эту барышню нашу влепил. Хотя, если когда мы ее прокачаем, да, у нее будет обзор-то побольше. Обзор побольше, и она будет вдохновлять лучше наших бойцов. Так. Вот этого надо будет, наверное, докачать маленечко. А мы сделаем, знаешь, кого из него? Наверное, вот. Топор метателей. Да, он сильный. Как раз он здесь на отшибе будет как добивающий. Я думаю, от него здесь будет толку больше. Хотя можно было и копейщика, можно вот сюда вот где-нибудь рядышком поставить. Так, ты куда летишь? Куда ты летишь, я тебя спрашиваю. Следующая волна. Ох, 11 медленных
и крепких рыб. Ну, это даже не рыбы, это какие-то полуящерицы, скорее всего, да? Судя по их движениям, по их структуре. Или можно даже сказать, рыбы, которые только что вылезли на поверхность. Так, дамочка, блин, я дамочку-то это все забываю про апать, елки-то палки. Слушай, может быть, мы зря с вами пока тратим еду, может быть, нам подождать, подкопить. О, вторая эволюция пошла. Естественно, естественно, будем улучшать с вами колья. Я думаю, что от них больше толку для нас. Так, давай вот так вот. Поставил, называется, тоже. Нет, нормально, нормально все сработано. Могу еще вот так помочь себе. Пока они тут будут оглушены, конечно же, мои воины будут их потихоньку здесь бомбить. Особенно вот этот. Мне нравится этот мужичок, который бросается, я не знаю, там, ну, какими-то фруктами. Ну, явно не бананом. Может быть, авокадо или еще что-нибудь. Все, здесь забомбили. Так, акулята у нас собираются выползать. Ну, акулята чем плохие? Ребят, когда они получают урон, они ускоряются. Это мы все прекрасно помним. Так что не даем спуску. Не даем, я говорю, спуску. Так, мне нужно девчулю мою проапать. Сколько-то нужно? 250. Слушай, еще... Ой-ой-ой, смотри, как они... Быстро вы что-то... Как-то... Они... Ну ладно, там забомбят, я думаю, да? Топорометатель, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну, отлично, молодец, красавчик. Не зря ты здесь стоишь. Не зря, как говорится, землю топчешь. Так, ну здесь справимся. А вот здесь вот у меня кольев-то больше нету. Есть только сейчас... Во-во-во-во-во, кулышки подросли. И мы вот так оглушаем их. В этот момент, естественно, мои вояки начинают бомбить. Так, еда у нас, ух ты, 360 с копейками. Так, друзья мои, я увидел, что внизу собирается волна. И это какие-то, я не пойму, 6 каких-то новых ящеров. 6 новых ящеров. Ну ладно, давай начнем, наверное. Ну вот здесь поставлю. А знаешь почему? Ну-ка, да, копейщик достает, а этот тоже достает. И этот еще будет, да, помогать нам. И этот еще будет нам помогать. Давай, наверное, топор метателя здесь поставим. Так. Кого еще? Кого еще нам сюда влепить? Может быть, мага? Давай сюда мага поставим. На всякий случай, друзья мои. Так, маг. Сколько там нужно? 90. Ой, а у меня не хватает. А у меня не хватает. Ладно, будем, наверное... Он по земле идет или летит? Я что-то не могу понять. Так, секунду. А, по земле, все. Я уже было подумал, что они летают. Так, ну интересно, справимся мы с ними? Слушай, ну эти ребята, если помогут мне, то справимся. Ага, они помогают. Слушай, ну это хорошо, это очень замечательно. Так, маг, нужно сколько там тебе? 90 еды? Давай мы тебя прокачаем маленько. А до барышни, я так понимаю, не дойдет, да? Время. Следующая волна. 17, было 6, уже 17 вот этих вот. Я не пойму, это как маленькие ящеры, да? Судя по тому, что у них на спине какие-то шипы. Да, это какие-то десерические маленькие ящерки ползут. Но вы не забывайте, что мы с вами попали в эпоху ящеров. Они эволюционировали из рыбок. Так что удивляться здесь нечему. Единственное, я немножко сомневаюсь, что вот здесь мы будем с вами справляться. Один топорометатель как-то, ну, не вариант. Согласись. Да что ж такое, тут будет следующая волна еще. Так, эволюцию получил. Давай, наверное, с вами... А что лучше? Оглушение. Давай оглушение прокачаем. Прокачали с вами оглушение. Так, маг. Чтобы его прокачать, нужно еды 275. Да, немало, немало еды. Но тут вопрос у меня какой встает. Либо нам прокачивать вот этих наших юнитов, либо здесь что-то выставлять. Кто там у нас? Какие-то жучки. А при чем здесь жучки, интересно? Ладно, хорошо. Давай, наверное, мы с тобой сделаем. Вот сюда поставлю я чувака с валуном. Бред, конечно, наверное. Мне его даже прокачать никак, пока не хватает еды. Ну, что это за жучочки? Давай проверим. О, да они ватные. Господи, ребят, я-то уже думал, какие-нибудь, знаешь, броненосики. Ну, это обычные жучки, поэтому я думаю, с ними сейчас легко справимся. Ой, вообще их распинываем на ура. Так, что там, еще следующая волна. Ага, я понял. У них, наверное, знаешь, преимущество в чем? В том, что они быстрые. Они... Так, подожди-ка, я валун, наверное, уберу. Сюда вот поставим шипы. И кто там? И 11 опять маленьких ящеров. Кстати, тут у нас 23 волны будет, да? И мы уже с вами на 7-й. Слушай, ну, пока неплохо идем. Очень даже неплохо.
Дай-ка их вот так вот. Отлично, хорошо. Так, 96 еды. Так, давай-ка, наверное, этого мужичка немножко улучшим. Вот здесь вот очень много пустого пространства. Его надо как-то забивать какими-то юнитами, наверное. Оу, так, секунду, друзья мои. Вот здесь вот уже будет засада. То есть они сейчас будут, наверное, помогать здесь. А там-то как? Вау. Им надо и тут, и здесь. Нет, так дело не пойдет, друзья. Так дело не пойдет. Давай глушить. Вау, нифига себе оглушил валуном, просто прибил всех. Глушить. Так, и вот здесь вот один топорометатель. Надо кого-то здесь еще выставлять, мне кажется. Так, подожди, подожди, подожди. Вот здесь вот тоже опасно, потому что вот здесь нет никого, друзья мои. Вот здесь вот. Если враг, не дай боже, пройдет, здесь уже никто не сможет его добить. Так же, как и здесь. Смотри, что происходит. Ты посмотри, что происходит. Ой, поспешил, наверное. Ладно, фиг с ним. Так, пока у нас где? Вот здесь волна пойдет, да? 15 рыбок. Кстати, ребят, смотрите, здесь у нас в джунглях какие-то чуваки лазят. Хм. Не откликаются. Так, ну что, рыбка поползла у нас. Грустная наша. Давай я ее на шипы приму. Слушай, она жесткая. Сколько у нее? 1600 хп. Скорость 18. Вот что вот это такое, а? Это получение урона или что это такое? Вот смотрите, 40, 15... 15 защиты, что ли, от копья или... Не пойму, что это вот значит. Ну, скорость... я понял, что у нее всего лишь 25. Так, дай-ка я, наверное, ши... А, тут еще и эти летающие. Еще летающие. И так много. Так, ну с этим справимся. Давай, наверное, глушить сейчас будем их. Давай вот так, наверное, сделаем. Опа! Тут валун как раз их должен задержать. А почему не задержал валун? Эй! Тихо, 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 тихо. Ты смотри, что происходит, друзья мои. Они проходят, они пролетают. Ну-ка, давай на шипы их быстро. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ребята, давай. Так, следующая эволюция. Так, тотем. Тотем, друзья мои, я получил. Ух, теперь я смогу выставлять тотем для ускорения. Для ускорения. Кого ускорять-то будем? Здесь, наверное, да? Да, я думаю, что здесь мы с вами ускоримся, если что. Проверим. Мы эту рыбу не должны с вами пропустить. Так же, как вот эту маленькую. Да, все отлично. Все хорошо. 174 еды. 275. А для барышни 250. Слушай, дорого они все стоят. Так, здесь 28 жучков плюс 14 ящеров пойдет на нас. Вот здесь вот. Слушай, а я же могу... А, тут нужно 210. Давай выпускать тогда волну. Поставил тоже мне шипы, елки. А, нет, попадаются. Они как-то в разнобойку идут. Нет такого, что все ровненько строим по определенной дорожке. Что это за полоска такая зеленая, ребят? Какой-то текстурный глюк, что ли, я не пойму. Так, ладно. Тут жуки ползут еще. Жуки, мы знаем, что они очень быстрые, поэтому их надо. Но что за дела, жуки? Как вы умудряетесь пройти здесь? Так, если что, я поставлю здесь заглушку в виде метеорита своего. Или не надо? Пока не надо. Пока вроде справляются. А, мы можем тотем сейчас накопиться и можем тотем сюда поставить. Они будут на ускорении, наверное, их быстрее в разы уничтожать. Так, дай-ка сюда шипы поставлю. И тотем. Вот так вот. Правильно хоть я его влепил-то? Да вроде правильно. Вроде все хорошо. Так, надо мужичка с валуном улучшать. В кого? Давай вот так вот сделаем. Пускай будет такой же вот обезьяной. Первобытным человеком обезьяна. Так, здесь у нас что там? Так, и здесь и тут, да? 43 жучка. Елки-палки, 43 жучка. И здесь 13 каких-то креветок. А знаете, что плохо? Сейчас будут вот эти вот стрелять по креветкам, а жучки-то будут пробегать. Елки-палки. Или как они хотят сделать здесь? Слушай, я не знаю, как они здесь хотят сделать. Нам надо с вами ставить дополнительную обороночку. Потому что, как говорится, тут на авось. А, ну эти креветки легкие, подбиваются быстро. Жуки вот эти вот меня смущают. Дай-ка я их тут, наверное, немножко вот так вот подзадержу. Сколько их тут много-то, а? Так, на шипах там половина гибнет. Ну, в принципе, друзья, пока неплохо. Там, опачки, кого я вижу? Ребят, дальше пойдут уже динозавры. Ну, ящеры, так скажем. Так, жуков пока мы с вами не пропускаем. Пока у нас все тут под контролем. Тут никого не будет, да, на этой дорожке. А там у нас, я вижу, ну понятно, я так и понял. Давай,
Сколько у него хп? 4000. Блин, жесть какая-то. Слушай, ну он, по-моему, дает много еды, если мы его успеем подбить. Давай попробуем, знаешь что? Барышню, наверное, или... Нет, мага. Я хочу пропать мага. Ох ты! Слушай, а вы не слишком ли припупели здесь? Давай ускоряться. Тотем работает? Работает. Бомбим, бомбим. Тут сколько их будет? Два вот этих, да, динозаврика? Так, надо их быстренько бомбить. Оглушение. А, тотем закончился. Ёпрсете. Тотем больше не действует. Блин. Вот видите, мы сейчас отвлекаемся на этого паразита. А мелкие-то пробегают. Хотя нет, не пробежит. А, нет, один бежит. Один бежит, но я думаю, что сейчас вот эти-то ребятушки с ним справятся, надеюсь. Молодцы, красавцы, справились. Так, ну что, хватает у нас с вами для мага? 275, не хватает еще пока. Ладно, подождем маленечко. Пока мы тут с вами дротики пометаем, да, копья. Слушай, а что они такие крепкие? Они же не были такими крепкими. Так, во, отлично, друзья мои. Ну что, мага прокачали. Смотрите, кстати, как прикольно. Он берет и эту дорожку, да, в обхват, и вот эту. А тут у нас, опачки. Это кто такие? 420 хп, 45, я не знаю, чего, защита чего-то. Ладно, проверим их на мощность. Фи. Я думал, они там будут какие-то мощные. Не, ребят, обычно какие-то, знаешь, напоминают мне каких-то птичек. Доисторических. Ну, как бы с хохолком, да, с крылышками. Чего? Что они там делают? Летают? Подлетают? По-моему, да, друзья мои, они подлетают, когда получают урон. Главное, на шипах нет, а когда получает урон, они сразу начинают подлетать. Прикольно, так эволюция у нас. Так, я не понял, что это за забор такой, но придется выучить. Придется нам выучить, и еще я хотел бы вот эту, конечно, барышню прапать. 250 нужно для этого еды. Так, что у нас там? Ага, ящерки вместе с птичками поползут, и здесь пока тихо. 14-я волна, кстати. Еще 9 волн впереди. Ну-ка. Ага, ага, неплохо, да? Четверых просто сразу убили шипами. Как-то у меня все вот здесь, да, выстроено. Вот здесь надо кого-то, наверное, поставить. Вот здесь вот неплохо бы, наверное, смотрелся чувак с камнями. Так, подожди. Там 22 акулы пойдет. А тут 59 жучков. Здорово просто. 59 жучков. Что-то как-то мне это совсем не нравится. Так, тут справимся мы или нет? Справляемся вроде бы как, да? Пока все хорошо. 270, отлично, друзья мои. Я прапал барышню нашу. Че, куда вы тут взлетаете мне? Значит, здесь 59 жучков быстрых. А здесь 22 акулки. И все это будет происходить вот на этом пятачке. То есть здесь, наверное, мы с вами упустим вражин, скорее всего. Потому что, ну, сами понимаете, тут они будут и на жуков отвлекаться, и тут же надо будет на этих акулят. Акулята еще ускоряются, по-моему, да? Когда получают урон. По-моему, да. Просто тут много какие монстрики у нас ускоряются при получении урона. Ну да, 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 эти вот ускоряются. Слушай, а я могу вот сюда вот тотем влепить. Смотри, сейчас этих жуков будем бомбить с тобой. Эй, а почему ты... А, нет, все хорошо, я думал, спит, он там заснул. Нет, все нормально. Оу! Ты посмотри, сколько здесь вражин. Слушай, а если я вот сюда поставлю чувака с камнем, немножко его прапаю, он будет доставать две дорожки? Будет. Но здесь вот больше, здесь вот чуть-чуть не достает. Чуть-чуть всего лишь не достает. Ну куда вы разогнались, а? Блин, как вас много. Как вас много. Слушай, а пока неплохо. Пока неплохо. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Смотри, проходят. Проходят, друзья мои. Давай с валуном там. Ух, ни одного пока не пропустили. Ух, слава богу. Ну что, друзья, у нас на этой дорожке пойдут... Кто это? Велоцирапторы? А похоже на них, да? Это, по-моему, они и есть. Ну, надеюсь, знаю, кто такие велоцирапторы. Типа маленьких, каких маленьких. Ну, это не здесь, а маленькие. Ну, типа доисторических носорогов, так скажем. Питаются исключительно травой. Так, ну что ж, давай, наверное... А что у меня там? 108 еды? Ого, ого, какие они, слушай, бронированные.
Так, а там-то кто у нас собирается идти? Ну ладно, там ерунда. Там медленные рыбы, ну крепкие. Здесь-то пока мы справляемся, слава богу. Да, я, наверное, шипы сюда влеплю. 178 еды. И я хотел вот этого, наверное, мужичка улучшить. А вот в кого? В метателя валуна или... Давай, наверное, вот в этого. Вот, вот, теперь хорошо, он захватывает дорожку. Так, ползут. Ползут ползунки. Давай, наверное, их подлавливать здесь. Какая у нас? 17-я волна. Отлично, друзья мои, отлично идем. Воу, маг молодец, маг краса. Кстати, можно вот сюда еще одного мага влепить. Это будет вообще имба. Тихо, погоди-ка. Погоди-ка, мне это не нравится. Что они тут начинают вытворять? Давай на ускорении. Это как-то не то. Ну-ка, так, если шипы поставим с вами. И еще, еще валун сюда вот так бросим. Как, тут еще, вон, смотри, ползут рыбы. Ой-ой-ой. Лишь бы не сфейлиться. Лишь бы не пропустить какого-нибудь упыря, а? Давай, родной. А, этот еще не прокачан у меня. Кстати, его можно будет в топорометатель еще одного. Пускай они тут вдвоем наяривают. Так, этих рыб мы знаем. Так, следующая эволюция. Вот это я так и не понял, что. Вот это такое ощущение, что, знаешь, как будто падение метеорита. А это вот фигня, кость какая-то. Ну, давай кость эту. В тот раз мы метеорит брали, да? Ну, якобы. Я не знаю, что это за медуза такая летающая вниз. Сейчас сделаем вот так вот. Тут, видишь, скиллы не прописаны. Ну, типа, игра доисторическая, как бы, да? Не было в то время никаких этих. Только рисовали рисунками, да? Ну, тут даже по рисункам нифига не понять, что там они хотели изобразить. Так, опять же, велоцираптор и маленькие вот эти вот ящеры. Давай, наверное, вот сюда вот поставим. Если что, у нас есть с вами тотем. Надо вот этих ребят прокачивать, мне кажется. Копейщиков наших. Или же из них сделать топор метателей. Тоже как вариант. Не, лучше пускай будут, наверное, копейщики все-таки. Так, подожди-ка, тут их что-то как-то много. Тут их как-то много, и они бегут довольные. Слушай, ну при тотеме, конечно, обалденно, да, они ускоряются. Просто обалденно. Так, что у нас там хватает? Давай, наверное, сделаем. Давай лучше я копейщика. Мне просто, знаешь, чем копейщик подкупает? Своим радиусом. Радиусом обстрела. Посмотри. Берет здесь и заканчивает здесь. А если бы у обычного, даже тот же самый топор метатель, ну согласись, да? Вот у него радиус обхвата. Маленький. Так, я хотел сюда мага влепить. Вот что. Немножко отвлекаю. А если я сюда поставлю мага, я не смогу поставить тотем. Твою ж налево. А если вот здесь? Мало тогда он будет брать территорию. А если вот здесь? Слушай, а вот здесь как вариант можно. Во, неплохо. Так, что у нас дальше? Ой, это опасные рыбы, друзья мои. Это даже не рыбы, это ящеры. Чем они опасны? Когда они взрываются, они оглушают моих бойцов. Вот так-то. И, соответственно, если они будут оглушать, их нельзя подпускать, короче, близко очень. Поэтому, как вариант, я думаю, можно будет даже их немножечко приглушить. Вот валун. Эй, вот так вот. Давай, чтобы они не подходили, главное, ко мне. Ой, уже копейщик застанился. Смотрите, друзья мои, уже застанился. Давай, наверное, так сделаем с тобой. И шипы влепим. Ох, ёпарасете, ты посмотри, что происходит. Оглушенные все стоят. А они проходят себе спокойно. Вот это опасно, друзья мои. Вот такой вот момент, он очень опасен. Представляешь, это вот если бы сейчас тут еще были бы какие-нибудь быстрые враги. Ну, типа там каких-нибудь ящеров, жуков. Они бы просто-напросто пробегали. Пробегали себе спокойненько мимо. И все, пока мои бойцы в оглушении стоят. И главное, что вот эта вот барышня, если бы она хотя бы их как-то приводила в чувство. Нет. Так, тут-то что? Что это такое? Там, ребята, что-то новенькое у нас будет. Я просто смотрю вот сюда вот. Ну, это понятно, это ящеры. С этими ребятами мы уже виделись. Это для нас уже не новинка. Кстати, надо будет мага сейчас прапать. 275. Эй! Нифига себе, орда идет. 275. Ну, подбейте там парочку-то. О, пошла мазута. Давай. Бомбим их. Не пропускаем. Так, маг. Давай, показывай свою... А что еще такое? Вау!
Так, подожди, Велоцираптор, это не вот этот случайно? Я, по-моему, попутал, ребята, там у нас был совсем другой динозавр. Велоцираптор, это, по-моему, с хвостом, да? На хвосте у него такая, как тебе сказать, дубинка, блин, как шип, которым он бьет. Или я вообще всех динозавров попутал, которых только знал. Ну да, просто у меня сын очень увлекается вот динозаврами. И он: папа, это вот такой-то, это вот такой-то. Он всех динозавров название знал. А я просто, знаешь, я в это как бы, ну, очень много мне информации дает, и я как бы не очень запомнил. А может быть, даже попутал. Так, ладно. Здесь, смотри-ка, мы справились. Оу, 88 жуков плюс 10 динозавриков, да, этих ящеров у нас, травоядных. А здесь сколько? 40 рыб. 40 рыб. Так, что же нам сделать с вами? Вот тут вот как-то вот все вроде бы хорошо и в то же время плохо. Мне не нравится, вот, может быть, нам поставить сюда чувака с валуном? Вот сюда вот. Слушай, да, почему бы нет? Он здесь будет очень хорошо смотреться, гармонично. Будет бросать свой валун, от которого толку ноль. Так, тихо. Куда вы разогнались-то? Я не могу понять. А здесь у нас идут маленькие травоядные динозаврики. Если их можно назвать маленькими. Так, дай-ка я оглушу их здесь маленько. Тотем. Врубаем, наверное, с вами тотем. Потому что тут со всех сторон сейчас побегут. И там, и тут. Нам нужно ускоряться, успевать отбиваться. Кстати, 21 волна. Еще две волны остается впереди. Надеюсь. Прикинь, если мы не пропустим никого, это будет для меня новый рекорд. Прошел игру, не пропустив ни одного противника. Главное не сглазить. Главное не сглазить, друзья мои. Я очень хочу, чтобы челлендж у меня прошел. Так, слушай, ну как быть, ту и тут, елки-палки. Может быть, нам сюда вот тоже чувачка с валуном поставить, прокачать его? Ну, прокачать его только до обезьяны, да? Посмотри, что тут происходит. Оу, и там, и тут. По всем фронтам, друзья мои, у нас беда. По всем фронтам. Это достижение получил. Следующая эволюция, друзья мои. В плане. Как бы странно. Я не знаю, что это такое. Наверное, тут ничего не работает это. Как бы игра, ребята, старенькая. Она еще, знаете, было написано, что разрабатывается, но уже как 2 года прошло или год, и ничего новенького в ней нету. Я так смотрю, даже некоторые скиллы, ну, вы сами прекрасно видите, недоделаны, а их здесь должно быть очень и очень много. Не знаю, почему забросили, в принципе, такую офигенную игру, да, перспективную. Не знаю, что им помешало. Может, денег не хватило. Кто их знает, ребят. Так, ну, отбиваемся. Так, прокачка. Ох, прокачка, ты смотри, что тут у нас творится-то. Давай, не пропускай. Акулят, сколько там акул? Тихо вы, куда разогнались, родные мои? Это 22-я волна, то есть предпоследняя. Значит, сейчас будет самая жесть. Сейчас будет, друзья мои, самая жесть. Давай, наверное, вот сюда барышню влеплю. А, кстати, мы хотели вот посмотреть. И что? И что? Что она делает? Я не понимаю, что она делает. А откуда у этих сердечки тут появились? Не понимаю, что происходит, ребят. Что ты делаешь? Что-то странно как-то. Непонятно, что она делает, короче. Давай вот сюда вот мы так сделаем. Ух ты, у нас с вами много еды. Я могу себе еще что-нибудь позволить влепить. Давай копейщика поставим сюда. Вот так вот. Ну, куда вы разогнались, родные мои? Куда вы разогнались? Кстати, это... А, нет, я думал, что уже последняя волна. А нифига подобного, всего лишь 22-я до сих пор еще. Слушай, я не могу понять, а что она делает? Она танцует, она танцовщица. Я вижу, что она, бля... Возле нее какая-то аура идет. Она, по-моему, не атакует.
А зачем же она тогда вообще нужна? Что, в чем ее прелесть? Жаль, что непонятно, что она делает. Может, она ускоряет на постоянку моих воинов? Так, друзья мои, неважно, уже последняя волна у нас. Да нет, еще не последняя, еще та же самая пока. Еще та же самая пока волна у нас. 22-я, я имею в виду. Так, что у нас? У нас еды хватает, в принципе, друзья мои. Слушай, вот против этих жучков, мне, знаешь, кажется, кто хорошо зайдет. Чувак с валуном. Он, наверное, их будет просто на ура глушить. Наверное. Ну, можно проверить. Ну-ка. Ну, неплохо. С жуками мы справляемся. Даже очень хорошо. Так, ладно, здесь у нас стоят... Сколько? 10. Ребята, готовимся к самому ужасному. 10 вот таких вот чувачков на нас поползет. Блин, да куда же мне мага-то влепить? Вот сюда. Так что сейчас будет жесть. Это только первый. А, плюс еще ко всему со всевозможными рыбками, да, он пойдет. Хорошо, что этот глушит. Давай. А что он там? Ты видел, он что-то ест. Вот он ползет, когда этот. Он что-то там поедет. Ох ты, а здесь еще и этот. По-моему, вот это все-таки велосираптор. А тот как-то по-другому звали. Так, ладно, не имеет сейчас значения. Я о другом совсем думаю. Совсем о другом. Так, тут у нас... Я, наверное, сейчас буду тотем врубать, друзья мои. Придется, наверное, мне так сделать. Смотри, что под... А сколько у этого динозавра? 5600, а у этого... 4000, ну понятно все теперь. То есть, а, мы его уже забомбили там, оказывается. Слушай, тогда хорошо. Тогда отличненько. Опа. Мага с вами мы улучшили. Мага, у нас тут все прапанные, по-моему, да. Вот этот сидит такой грустный. Загрустил, браток. Слушай, а если я вот сюда вот поставлю еще копейщика и вот так вот. Ага, отлично. Смотри-ка, как он проходит. Так, здесь-то что у нас происходит? Какого лешего упыри эти тут пробегают? Как к себе домой бегут? Давай, наверное, мы с вами... Вот сюда, наверное, коп... Нет, тогда тотем не смогу поставить. Если я поставлю копейщик туда. Так, с едой это проблема, да? Проблема небольшая у нас с вами. Так, здесь можем вот так вот бумс. Видел? Что-то он поедает. Так, давай сюда, наверное, шипы поставлю. Так, этот идет нормально. Сейчас мы его накроем здесь медным тазом. Шикарно. Слушай, ну вот в данный момент я вообще, как говорится, не чувствую голода, да? У меня еды полный холодильник. Ну и врагов тоже, конечно, он бежит не слабо. Смотри, куда они уже проходят, вот эти вот динозаврики. Так, что еще можем мы с вами здесь замутить? Барышню, может, сюда вот поставить? Как-то она ставится вдалеке. Давай я ее сразу прапаю вот так вот. Да. Где-то там. Она даже не захватывает дорожку эту. Господи, ребят. Ты что делаешь тут? Что творите, ребята? Смотри, сколько их вот. Но мы их щелкаем, как орешки. Вау. Смотри, там армада идет этих аглоедов. Слушай, а если я вот сюда вот поставлю чувака с камнем? Вот так вот. Хе-хе-хей. Ну, теперь я вообще свободен. Свободен и расслаблен. Ребята, 23-я волна, по-моему, это финал. По-моему, это финал. Сейчас посмотрим. Ну, да. Да, друзья мои хорошие, мы с вами прошли достижение. Какое-то получил номер 9. Мы с вами прошли еще один уровень. У нас еще два, да? Я чувствую, вот здесь вот будет босс. Вот именно, скорее всего, тираннозавр, мне кажется. Но это уже будет у нас с вами в следующей серии. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.